Дмитрий Кошелев, врач-анестезиолог-реаниматолог, трудится в Рузаевской центральной районной больнице с апреля этого года. Раньше он спасал человеческие жизни в одном из лечебных учреждений Саранска. Работать в Рузаевку пришел по программе «Земский доктор». Про эту программу узнал давно, то, что она существует. Но как бы не доводилось воспользоваться до определенного момента. Весной администрация больницы предложила мне поработать здесь, под эгидой этой программы. Я согласился, устроился в больницу в Рузаевку. Ну, в принципе, не пожалел. Работа врача непростая, а в современной эпидситуации тем более. Больница стала ковидным госпиталем, и с этого момента Дмитрий трудится в красной зоне, где его помощь особенно необходима. В данном корпусе у нас располагается ковидный госпиталь. Один из корпусов, точнее, ковидного госпиталя, всего их два. На первом этаже отделение реанимации, развернуто на 13 коек. Второй, третий этаж – это терапевтическое инфекционное отделение. Да, но вот именно вот в этом отделении я и работаю, провожу все свое основное время. Каждый медицинский работник выполняет свой долг самоотверженно, выкладывается по полной. Дмитрий Кошелев в их числе и не жалеет. Стать врачом мечтал с самого детства. Профессия стала смыслом жизни. Работа анестезиолога-реаниматолога очень ответственная и сложная. Они приходят на помощь в самые тяжелые для пациентов моменты. В условиях реанимации в нашей больнице здесь оказывается высококвалифицированная помощь. Больница и отделение, в частности, оснащено достаточно хорошо. Пациенты по большей части с большим процентом поражения нуждаются в проведении искусственной вентиляции легких. Больных много. Мест пустых в отделении реанимации практически не бывает. Врач – это профессия, а вот хороший врач – настоящее призвание. Программа «Земский доктор» помогает найти именно таких специалистов для медицинских учреждений сел и малых городов. С каждым годом все больше профессионалов меняют жизнь в мегаполисах на возможность трудиться и реализовать себя в глубинке. А значит, качественная медицинская помощь становится доступней. Валерия Новикова, Сергей Соколов, «Народные новости».